Всем привет! Сегодня я вам покажу, как я кактусы пересаживаю. А то все говорили как-то, как кактусы пересадить. Вот. Той по весне, по-моему, я... Да, весной покупал вот эти вот ариокарпусы. Они мне вот за лето так хорошо выросли. Вот на примере их я и покажу, как я пересаживаю кактусы. Ну, кактусы, да. Вот, земля, естественно, готова уже у меня. Вот. А дальше я стелю вот газетку под каждое растение отдельно, потому что если тут попадутся какие-то жучки, паучки, ну, я имею в виду вредители, в основном это могут быть мучнистый червец, то я этот грунт, естественно, выкину. Если этот грунт, тут все нормально, а по состоянию растения я как бы вижу, что все нормально, то я ничего делать не буду. Ну, как-то вот. То есть я вижу, что тут все нормально, никаких тут гадов нет. Вот, поэтому оператор, не знаю, что тут наснимает, но что-то ж наснимает. Вот, оператор квалифицированный. Прошу прощения. Берем горшок побольше. Высыпаем сюда. Так, высыпаю. Вот еще чуть-чуть надо подсыпать. Посмотрим. А может, не надо, нормально. Все нормально тут стоит. Вот. Поставил посередине, по высоте тоже. Тут просто досыпаю уже готовую землю. Субстрат, не землю. Вот. Как я готовлю, там есть видео, можете посмотреть. Сейчас у меня тут лечу, за сырами все мешаю. С землей чуть-чуть. Вот. Ну, так называемая перевалка. Если б там были нехорошие вредители, есть у меня вот такая штучка, всем рекомендую. Я очищаю корешки ей. Очень хорошая вещь. Продается практически во всех медицинских магазинах или там, где кто занимается, там паяльники, идет это припои, все там я покупал. Ну, вот. Потом ложкой вот так подбиваю, чтобы оно рассыпалось во все дырочки, зашло. Ну, в принципе, выравниваю немножко, опять подсыпаем. Потому что еще 2 месяца будет тепла, они еще 2 месяца, может, и будут расти. Ну, 2 точно. Вот так. И в заключение, если куда-то вот земля попала, кисточкой раз почистил, чтобы, как говорится, все красиво было и глаз радовался. Вот, попало куда-то между туберкулу, залетело. Сейчас вытащу все. Ну, как-то так. Ну, назад вставили. Надеюсь, еще зацветут в этом году. Все. Вот такая красота получилась. Все. Всем удачи в пересадке. Большое спасибо всем новым, кто подписался на канал.
Всем удачи и всего самого наилучшего. С вами был Поповыч Сергей. Вы были на моем канале «Как там посост?».